Сегодня видео, как снимать вратаря. Первое. Нажимаем паузу прямо во время игры. После вбрасывания. Ну, перед вбрасыванием. И вот здесь вот, видите, Manage Teams есть. Можно стратегию изменить. Сделать, вызвать тайм-аут. Или снять вратаря. А также можно поменять вратаря. Это в меню перед сбрасыванием. Также, если вы не хотите нажимать паузу, нажимаете L1 и сенсорный дисплей, вратарь у вас побежал. L1 и сенсорный дисплей, вратарь вернулся. L1 и сенсорный дисплей, вратарь убежал. Вот его сейчас нету. L1 и сенсорный дисплей, вратарь вернулся, но уже поздно, нам забили гол. Все понятно, ничего сложного, так что используйте это, когда снимаете резко вратаря и хотите оказать давление в конце игры на соперника. Удачи всем, побольше голов. Пока-пока.